А давайте еще быстрее. Давайте. Юрики, крылышки, хвостики, похлопали. А еще быстрее сможете? Да. Не сможете. 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 Давай. Крылышки, крылышки, хвостики. Похлопали. Крылышки, крылышки, хвостики. Похлопали. А сейчас делаем вот так. А голова вот так. Здорово. А ножками вот так делаем. Хоп. Ручками, ножками и головушкой. Ой, здорово, здорово. А сейчас внимание, чтобы движение делаем вот так. И поехали. Оп. Какое место. Посмотри, как ты танцуешь. Нравится? А сейчас нужно закрыть из этой люстры. Приготовились. Полетели. О, что-то я вас так не вижу. Выше, выше, прыгай, прыгай. Еще. Молодец, Маша. Ребята, вы такие красивые. Пожалуй, я познакомлю вас с моим другом, который живет в чемодане. Садитесь скорее на места. А кто там у тебя, морковочка? А вы угадайте. Ну, может быть, там. Так. Носорог? Может, и носорог. Лев. Самолет. Нет, не самолет. Вертолет. Ух ты. Подождите, собака зацепилась за что-то. Ну-ка, 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 похлопайте ему. Он выходить не хочет. Ух ты, это какая щенок. Как его зовут, морковка? Его зовут Шарик. А, Шарик, а что он умеет делать? Если его похлопать, то он, наверное, любит танцевать. Давайте попробуем. Шарик. Подождите, как он не сможет. Костик уже его выдыхали. Да кто команду Шарику, ребята? Давайте сидеть, что скажем. Шарик сидит. Шарик сидит. Получилось, ты все равно молодец. Давайте вам просто скажем. Шарик лежать. Шарик лежать. Ой, вот ты, я тут дракону собачу. А давай мы скажем Шарик голос. Шарик. Так, присаживайся.